Привет, друзья! С вами Елена Мартынова. И сегодня я покажу вам обзор новой коллекции бумаги от LemonCraft, которая называется Love of My Life. Это свадебный наборчик, предназначен для свадебных работ. Они выпущены в размерах 30 на 30 и 15 на 15 сантиметров. Давайте начнем вот с такого маленького наборчика. На обложке есть бонусный лист с тегами и цветочками для вырезания. И вот такие вот очень нежные принты. Приятный цвет, мятный и светлый коралл. По версии Pantone это трендовый цвет для свадеб этого года. Листик с бабочками. Много кружева на этих листах. Вот такой вот с кружевами лист. Есть листочек с мятными досточками. Картинки для вырезания можно повырезать. Вот силуэты жениха и невесты. Там дальше принты повторяются. Я не буду их все показывать. Вот такие вот листочки. Карточки еще маленькие. Тоже очень красиво смотрится. Так, я вот подобрала уже кое-какие материалы, хочу делать альбомчик. К этой коллекции есть фишки, 4 штучки. Так, и давайте теперь посмотрим большие листы. Вот такая вот обложка. С нее тоже можно использовать картинки. С обратной стороны здесь розы, теги и кусочек кружева. Листик мятный с розами и кружевом. С обратной стороны очень спокойный, нежный листик с винтажными такими рисунками. Еще один большой лист с розами и женихом и невестой. Этот листик фоновый. И розы уже здесь на таком коралловом фоне. Такой вот текст. Здесь большие карточки с тортом, с кольцами обручальными. Обратная сторона. Большой лист с бабочками, который я обязательно все вырежу. Такой вот он с другой стороны. Такой вот листик, кружевной, и с обратной стороны вот такие досточки. Также я хочу вам показать, какие работы я уже сделала из этой коллекции. Это два вот таких свадебных конвертика для подарка молодым. Вот такие вот они. Добавила цветочки. Вырезала бабочек, распечатала надписи, немного кружева послоила, таких вот шифоновых лепесточков, украсила еще бисером, микробисером и чуть-чуть присыпала белым глиттером. Надеюсь, вам понравилась эта коллекция. Пишите в комментариях свое мнение, что вы думаете об этом цветовом сочетании, нравится ли вам оно. И до встречи на моем канале. Пока-пока!